Сегодня у нас снова тест-драйв двух лоу-вислов. На этот раз очень даже похожих между собой внешне. Это уже ставший привычным никому неизвестный AntplatRu и Тони Диксон. Лоу-висл, завоевавший некую популярность в народе. Сейчас я буду по очереди на них играть. Сначала диапазон, потом что-нибудь помедленнее, потом что-нибудь побыстрее. Итак, Тони Диксон выходит первым. Диапазон. AntplatRu, диапазон. Теперь что-нибудь медленное. Flatwater Fran. Это был лоу-висл Тони Диксон. Теперь лоу-висл AntplatRu. Тоже что-нибудь медленное. То же самое играю. Flatwater Fran. Теперь что-нибудь побыстрее. Тони Диксон. Пардон? Нет, все хорошо. Это был Тони Диксон. AntplatRu. Тот же самый рил. AntplatRu и Тони Диксон. Очень похожие внешне, но довольно разные внутренне и по звучанию. Лоу-вислы. Выбирать вам!